хочу вот в завершение своего нахождения на этой чудесной сцене, этого гостеприимного клуба. Костя ведь в этом году, в том году, стукнул полтинник, а я пропустил торжества. Но я задолго до того предвидел, что возможно будет такой случай, когда это пригодится. И заранее написал стихотворение, которое сейчас вам и прочитаю. Называется оно «Про Арбенина». Арбенин Константин, поэт, артист, певец, создатель песен. Со всех сторон он молодец, со всех сторон он интересен. Умен и энциклопедичен, красив и очень плодовит, со всех сторон он удивит, со всех сторон он симпатичен. Пиши, Арбенин Константин, пой песни, Константин Арбенин, кто приобщился современен, а остальных на карантин. Пускай штудирует дома, анализирует цитаты, хоть у тебя ума палата, стихи твои не от ума. Пиши, короче, Константин. Не в смысле, что пиши короче. А в смысле, хочешь ты, не хочешь, но ты у нас такой один. Не потому, что ты прекрасен, а так, как видишь суть вещей. Я подыграть тебе согласен и на гитаре, и вообще. Я приглашаю на эту сцену Константина Арбенина.